Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем прокачивать панда-монаха в Варкрафте. Ну чё, пройдём этот наш подземка, то серию не смогли пройти. Ну, так вот, такие вот пироги. Ну чё, тут квестики возьмем сейчас. Чё-то я юмора не понимаю, где квест? А, вот они, квестики. Тут чё, у нас уже есть это. Ну это хорошо, замечательно. Мы не сдадимся. Так, 10 тысяч опыта. И тут уже сам. Что такое? Слава Синдурай. Вечное солнце направляет нас. Квесты. Опа, оно, 25 ровно. Замечательно. Так. А что у нас по квестам есть, которые не нужно? Вот это точно не нужен мне квест. Этот тоже не нужен. И... Мало, это пускай сидит, фиг узнает с ним. Ну чё, пойдём. Это вот туда надо, да? Что тут надо делать-то? Это клетки непонятные. Кого-то надо поймать там, я так понимаю. Опа-на, утащили все мое имущество. А, ничего страшного. Может, пройдем сегодня подземку. А. Не дали мне. Этот как его? Руду забрать. Не по-человечески. Так, полетели, короче. Так, свиток какой-то. Нужен свиток. И поймать кого-то надо тут. Вот они. Ходят. Я слишком далеко от цели. Также мы железной орде дополнение тоже их увидим. Недостаточно энергии. На самом деле. Здесь свитка нет нифига. Я пока не могу применить. Иди сюда, пожалуйста. Еще не готов. Дай мне свиточек. Во, один есть, замечательно. Надо подобраться. Че, 10 тысяч опыта намазай ты кость на самом деле. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ан тебе. Я слишком далеко от цели. Нормально, ты все можешь. Я пока не могу применить эту способность. А. Мне не хватает энергии. Готово. Тебя что поймать надо. Кого поймать надо? Мало, да, сначала надо выбрать цель. Калирии, да? Молодая сам калирий. Не, это точно не одно. Я не могу это сделать. Недостаточно энергии. И мне надо. Я это, пока не могу против. Яйца раскрывать. У меня нет цели. Скорее всего, яйца. Еще не готово. Да, по-другому больше не. Надо подождать. Нет вопросов-то. Я не могу это. Заклинание еще да. Не готово. Я пока все не готово. Могу прочитать это заклинание. Давай, мне нужна да. Цель. Так, понятно. Во, все поймаем. Готово. Прям сам начал. Я пока не могу применить. О, вот тут квестик я вижу есть. Так, квест есть какой-то. Надо подождать. Мне не надо хватает еще. Энергии. Так, что ты хочешь? Вечное солнце направляет нас. Я не могу это сделать. Недостаточно энергии. Сначала надо выбрать цель. Куда уходим-то? Спасибо. Я пока не могу. Потом опять сюда прилетать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Еще не готов. А что себе заклинание надо делать? Еще не готово. Надо подождать. А, ты так идешь сама, да, по себе? Я пока не могу применить эту способность. Заклинание еще не готово. Мне нужна цель. О, 4 готово. Давай. Ну что ты куда возвращаешься?
Погнали, давай быстрее. Вот, вот тебе заняться нечего, ты идешь как не знаю кто, блин. А не можешь так, как я, быстрее. Надо бежать быстрее. Сами идут, как черепахи. Баладаш Маланоре. Да я знаю ваш Баладаш Маланоре. Ничего не удивительного, у вас есть, кроме этого, больше ничего говорить не умеете. Скорпиончика не хочешь? Что такое? Баладаш Маланоре. Ну это понятно. Да бухнем. Давай я бухаю, а ты нет. Ну и правильно делают. Наши враги падут. Да они уже упали от тебя. Так, так, так. Ну, да, быстрее. Краскос сдам. Тут уже все. Это еще когти какие-то. Сюда еще надо опять. Че мне еще просто? Все. Я пока не могу прочитать. Надо подождать. И че дало? Сдохли твои. Преследуют нас. И потом спокойно опять пойдем. Да. Вообще замечательно. А за не преследует никто нас? Опа-на, блин. Люди какие-то бегают. Да-да-да. Да-да-да. Ну, давай, да. Помолимся. Понятно все. Нет, я тебя не слышу. Вот это вообще чуть. Еще не готов. Мне не хватает энергии. Я не могу это сделать. Готово. Ты еще устала. А че мидичек просто? Вот я такие косы прошу, обожаю. Провождай кого-нибудь. Че клево, да, панда? Прыгает. Кто он открывает? О, я прям не хватало. Из себя сюжет, это не сюжет. Да, это жуткая рыло на самом деле. Пригодился бы. Да. Я пока не могу пройти. И шла бы, ё-моё, и расправился. О, назад побежит, а тут идти-то нифига. Тут два квеста пройдено. Ну и третий будет. Ну ладно, ничего страшного. Что-то мне не нравится. Тут никто не напал на нас. У меня что-то неохота, нифига. Чё, кто-нибудь, как всегда, нападёт с любительницы, блин. Всё. Аллилуйя. А, нет, какой на аллилуйя-то? Три знака вопроса таки был у меня. А куда они перемещаются, интересно? Наверх, что ли? Вы перемещаете, посмотрите, что знак вопроса. Может, не надо, нафиг надо, потом. В конце как-нибудь. Здорово, я тут по тебе скучал. Привет. Нас ждет победа. Не теряй времени. И что надо опять там делать?
Сумку какую-то достать надо. Офигеть просто. Просто супер. Да? Изложи свои враги. Офигенно просто. Ну чё? Сюда. Вечное солнце направляет нас. Да, надают, есть ещё опыт, не даёшь. А тут где? Так, вопросик. Не, мне туда надо, значит. Вот эту фигню. О! Жестоко было, да? Больно, наверное. Вот ты где. Изложи свое дело. Час воздаяния близок. Все, готово. Тебе то же самое. Хвостовых перьев надо. Хвостовый перед. А это что такое надо? Чуть не понял я юмора. Кого-то убить одного, что ли, надо там? Здесь мы ждем уж долго. Очень долго. А вот это она есть. И все. Опа, она. А ты откуда взялся, значит? На тебе, черней. Готово. Улетаем нафиг отсюда. И все будет нормально. Вот и костик создадим. Еще один. И нормально все будет. Так, где-то у нас вот тут, да? Да? А что где не валяется, нифига. Так. Интеллект мне не нужен. Это немало. Выше голову. Без проблем. Во, кузнец. Выбирай быстрее. Я прям не тебе искал. Так, это вот это надо продать. Это надо продать. Надо все на склад отдать. Все остальное, больше всего на склад надо отдать. Так, а вот это тоже надо продать. А, нет, нельзя продать, не будет плохо. А чё, у нас число? Она чё, работает, интересно, или нет? Ну ладно, бухнем с ней, потом разберемся. Так, мне надо туда вот. Так, понял сначала. О, хила нету. Надеюсь, не как той серии хил досталось какой-то дурацкий вообще. Вот они. Опа, простите. Придется подземку пройти. Ну, самый раз нормально. Вот они все здесь. Пойдем, Кость. Ну, я скажу вам правду. Я уже ее прошел без вас. Ну, прошел без вас, мне получилось, что мне ничего не записалось. И я только узнал после подземки. Как я встал в подземку, у меня сразу она отдалась, там, ну, появилась эта подземка. Ну, понятно, короче, это мне не надо, там до 90 уровня. Надо будет идти. Значит, все самое дорогое у нас вот это, если не ошибаюсь. И вот это завершить. И все. И там еще последний костик. Еще за это получим. Называется его. Еще не готов. А в город придется. Ну, я думаю, когда заклинание еще не готово. Пораньше. Слишком далеко. Отсюда. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вот так вот. Кто у нас танк? Воин, понятно. Надо подождать. Я тоже за воином просто для интереса прокачаться. Посмотрите, воин, он очень трудно на самом деле. Я не могу упасть. У меня нет цели. Увы, плохо. Он только зарядился. Очень плохо. Понятно. Пока я это делаю, я только хаос становлю. Сначала надо выбрать цель. Ну, хоть хаос становлю. Так. А у меня что это такое? Кожа, интеллект, что нет, не откажусь от этого.
Еще не готово. Я слишком далеко от цели. Я не могу это сделать. Я пока не могу применить эту способность. Надо подождать. Надо подобраться поближе. А где тигровая фигня? Увидишь? Опа. Так нафига она мне нужна? Фиг его знает. Ей можно это свечи помашать. Не готово. Готово. А я деньги взял, а? Давай-давай, мочи их. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я не могу атаковать. А? Заклинание еще не готово. Трупаки тут везде, я так понимаю. Надеюсь, этим мы танком и все остальное победим, я думаю. Там далеко победили. Хотел сказать, не палатку, простите, все остальное. Блин, далеко. Я не могу. Десяти. Я пока не могу. Даже 3 минуты записались. Я 8 минут не было. Хорошо, такая вот урода. Эту цель нельзя атаковать. Да, двойка серебряная, видите, дергается. А, возьму я. Что-то нафиг нам не нужна. Мне все же 9. Секов. Я сюда прибежал, как эпичка. Я не могу атаковать эту цель. То есть к ней все подойдем. Ну я-то завершил. Так. Нет, 45 тут не хватит. Нет. Хоть 300 даже будет, если опыта сам не хватит. Увы. Ну ладно, ничего страшного. Все нормально будет. Заклинание еще не готово. Раньше не замечал его здесь. Вот главный враг. Главное делать уже, накапливать эту фигню. Надо подождать. Еще не готов. На самом деле. Заклинание еще не готово. Мне не хватает. Что они все поздевают? А что такое там было? Фигня была, все забрали. Я слишком далеко от цели. Да ё-моё. Я пока не могу применить это. Да выпи. Еще не готово. Я не могу это. Пока еще нормально. Не готово. Я пока не могу применить это. Я не могу нанес. Недостаточно энергии. О, блин, опоздал. Так, латы и кольчуга. Если повезет, я не против взять их, чтобы продать. 3 золотых, почти 4. Просто так в кармане будет валяться. Я пока не могу применить эту способность. Надо подождать. Нормально все. Вот, все осталось здесь их убить, и там в конце главарь. Если будет нормально. А, нет, не здесь еще. Вот эти скелеты еще надо убивать. Точнее. Только не хочу забыть нафиг. Я не могу это. Ну что, всех будем убивать-то? Так вот сделаем, оглушимся. Ты еще ты нормально вообще. Как? Мне нравится ты еще опыта. На луне. Надо подсходить на нее. Опять с вами просто пошататься. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я еще так не готов. Первым попавшим. Пускай будет кара, а сам попадет. Мне нужна просто цель. На что-то потратим. Ну это хорошо, но мне со мной круче, ё-моё. Ладно, две. Сорёк.
лягушки. Я не могу. Чё? Еще не готов. Да, блин, замедленнее еще. Ах. Опоздал я. Ты не откажусь я. Ну вот последний остался. Сейчас это убить и все. И готово. Слишком далеко. Еще она не подзарядилась. Очень плохо. Так вот, и вот так вот. Я пока не могу применить. Долго она перезаряжается, на самом деле. Ансингу лучше посмотреть. Надо подождать. А эти квесты надо все-таки сдать, ё-моё. То, что задавали. Я пока не могу прочитать это заклинание. На тебе. Заклинание еще не готово. Ну ты последний остался. Ну чё? Где танк? А, там последний шумочек, там ещё есть. На тебя моё наказание. Тебя полетело. Это мало. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я не могу это сделать. Мне не хватает энергии. Еще не готов. Недостаточно энергии. А ты урень. Да, вот это я не отказался бы. Заклинание еще не готово. Блин, нафиг ему она сдалась? Это кому интересно? О, руда. Удишка я возьму. А так все, всем пока отсюда. Так. Надо подождать. Я все-таки можешь сходить сдать их все эти квесты. Они сегодня хоть есть на уме или нет? Да, интересно, сдохну от этих толпы, от троих, тем более. Я слишком далеко от цели. Эту цель нельзя. О. Да ё-моё, я мочь-то стою просто тупо. У меня нет цели. Готово. Вот это уже денег стоит. На самом деле. Заклинание еще не готово. Готово. Надо я пока не могу применить эту берег, что ли, раз. Надо подождать. Так, по 8. Иди сюда. Только один. Надо подобраться по кухне. Еще не готово. Птичка какая-то. Я пока не могу прочитать. Пугай. Надо подождать. Иди сюда. Так, одно есть, еще осталось. Так, осталось еще 5 штучек. Заклинание еще не готово. Задание. Я пока не могу применить эту способность. Значит, можно и на это сходить. Еще не готово. Мне не хватает энергии. Я пока не могу прочитать это заклинание. Но там заклинание лететь надо еще пока. Не готово. Недостаточно энергии. Только лечу, надо общаться. Подождать. Да? Я не могу. Мир смотреть, который есть. Ничего, все готовы здесь, что ли? Да, ё-моё. Еще можно там на этот взять квестики. А вообще-то любую столицу можно переместиться. Я так понимаю, да? И... Вот я не кости любит, как стервятники. И там есть, должен стоять, и он должен переместить туда, куда мне надо. Заклинаю.
хватает энергии. Я так понимаю. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Блин, я думаю, не надо ничего это. Заклинание еще не готово. Так много мне чуть на склад отдать. Ненужное. Вот оно, перо осталось. Я пока не могу выполнить это задание. Я сдам. Слишком далеко. В столицу полетим, точнее. Я пока не могу применить эту способность. Надо подождать. На 374. О! Золото. Надо подобрать. Все, может, очень надо. А подземку надо менять на это. Слишком далеко. Вот там у меня осталось две последние подземки и все. На данный момент. И тут все уже, да, туда 73-го. Тут уже иногда новый появится. А здесь же тупой никакой не помню. Король Лич, что ли? Я ошибаюсь. Там бегать. Здесь, что ли, подвергается нападению? Так. А вот он, квест. Тебе надо сдать, да? Мы не сдадимся. Шарель Аран. Ну, хорошо. Так, тут где-то есть этот. Вот он. Здесь еще опыта. Не ошибись с выбором. Так, берем это, продаем это и продаем это. Вот он, золото даже. Так, это мне не надо, и это мне не надо. Ну все, остановим город. Тем, кто противостоит нам. Так, сколько тут квестов? 25, нормально. Так. Так. Это мне нафиг не надо. И все. Я думаю, да, все. Все, а, не, вот еще есть один. 11 тысяч опыта на халяву. Че, с ума сошел, что ли? Так. Камень возвращения. Возвращаемся в нашу столицу. А какая у нас столица-то? А Гримар, интересно, сделал ее столицей своей? Нафиг узнать. Не дурь. Опа, да, здесь я. Так, это акцион, а это банк. Вот здесь, я думаю, банк, да. Правильно, я думаю. Я хочу всё отдать. Все в банк. О, и вообще замечательно. Стал вообще свободным. Так, что это такое? Так он нафиг мне сдался, я не понимаю его. Эй, чё? Можно вообще продать. Это сюда, 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 сюда. Это пускай оставит здесь. Пускай держит, ничего страшного не будет. Это можно продать, конечно. А, тут интеллект. Это продать надо. Это надо продать. Это надо сдать квест. Это сейчас я сделаю, это продам я. Это тоже можно продать. Ой, не нужно ничего. Ну все, спасибо большое. Больше ничего не надо. Все, продадим его и найдем этого. А он, скорее всего, там наверху. По-любому, больше нигде его не может быть. Так, продать. Его я тоже. Да не затупятся твои клинки. И полетели вот сюда вот. Ну, вообще-то нормально так сделано, если с полета конечно фигово, когда полет если делать. А так на самом деле нормально все. Продумано. Вот он. Ануби Лоре Делана. Отправьте меня на ярмарку. Помни, что раньше не додумался. Это 10 серебряных. Я уже здесь. Искать ничего не надо. Перемещаемся. Конечно, надо каждый день сюда приходить, но я так сделал.
Как всегда, салюты здесь. А это такой салют? Нет, такой игрушки. Скорее всего, это игрушка такая. А тут же игрушки можно, да, получить, если не ошибаюсь. Ладно, бог с ними. Так, давай купим еще. Ага, покупатель вот пожаловал. Вот. Приходи еще. Пригодятся. Мы уже в серии здесь были. На самом деле. Вот ты мне. У меня только лучший товар. Ух, ё-моё, всё тебе сразу же. Да благословит тебя свет. Замечательно. Береги себя. Я могу помочь? Ступай с честью. Вообще супер. А учишься задание? Привет. Держись подальше от Вуду. Вообще замечательно. Так. Берем, давай постреляем. Я хочу тебя пострелять, ялочка. До встречи. Как поживаешь? Заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Заклинание еще не готово. А что, надо что-то подождать? Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Готово. Надо подождать. Заклинание еще не готово. Я оно только сделаю сейчас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Потом надо задание выполнить, которое мне дал. Надо подождать. Мои профессии. Я пока не могу прочитать это заклинание. Заклинание еще не готово. Наконец-то, бля. Чего ты хочешь? Так. Пусть духи хранят тебя. Все нормально. Сколько у меня жетонов вообще? 52 уже, нифига себе. А че я могу мне 52 духов найти? Так, подожди-ка, у меня еще один есть, да? Да, яйцо. Какое-то. Чем могу помочь? Счастливого пути. Ну, увы. Здесь уже ничего все не смогу. Все мои товары уникальны. 50 латы какие-то силу. Понятно. Все это есть. О, лук можно приобрести. А, нет, 75. Кинжал. Вот щит можно. Как раз для этого. Паладин когда-нибудь качать. Вот еще один посох ловкость и носности. Подожди, а мне его нет, да? Ну да, мне его нету. А, он 75 стоит. Справедливость восторжествует. Так. Что тут где есть? Ничего где нету. Чем могу помочь? Где ничего доброго нету. Пути. А вот танчики. Ремонтируем. Готово. Надо таки типа заниматься. Так, 6 таких деталей и ремонтирую танчики. А вот тут я вижу танчики есть. А эти надо животными победить. Но это в следующий раз. На животных будем качать. Это потом. Че, вот эти косы пройдем. Вот и все, и последний. И готов у меня будет с танчиками. Теперь осталось только вот эту фигню найти. Знаешь про Вуду? Инженерская и вот это. Держись подальше. Спасибо, и опыта. Замечательно, когда опыта тебе капает. Во. На той стороне есть. А вот где что есть? Блин, извини. Встретиться с тобой большая честь. Честь по карману, а что такое? Понятно. Так. Джокер из колонны. Треугольник, понятно. За альянс. Тут что-то есть интересное даже с треугольником.
Это потом узнаю как-нибудь. Ну давай, собирай, осталось. Еще одно, еще одно, и все. Готово. У меня все вместе будет. И квест дадим. Я думаю, мне застрял, придется вот эту фигню вызывать. Так, я наездись. У меня за первую помощь нету. У меня задание-то, походу, нет. А у меня хоть прокачана она? Профессия, да. У меня даже первой помощи нифига нет. И археологию надо выучить. Ну чё, пойдем сдадим. Два квеста тут осталось мне. Потом в следующей серии можно тут до конца добить все это. И все будет нормально. Да, сюда. А тут где-то еще. Вот давай сюда еще зайду я. Смотрю, что там интересно есть. Да-да-да. Как настроение? Нормальное настроение. Береги себя. Спасибо тебе за опыт. Он очень нужен. А, тебе, короче, опыт хотел. Чем могу быть полезен? Да благословит тебя свет. Нет, нифига. Вот тут пирожные, да? У меня только лучшие товары. 70, нифига, 75, сколько открывается. Так, это я знаю. Вам я не подходил, тебе не подходил там. Так, это что такое, игрушка что ли? Использую добавить игрушку коллекции. Призывает качели на 3 минуты. 50 стоит, нифига себе. Нифига себе. А вот это можно взять. Я не против. И вот это вот. И вот это вот. Какая разница, со мной 3. А вот эту игрушку я, может, возьму. 50. А у меня 60 уже есть. Пусть будет его. Удачи! Так. Не то. А где у него? Здесь они, да, находятся? Это я знаю. Иди, это качели. Что-то я не понял юмора. Качели на луне. Я не могу это сделать. Фильм тут купил, непонятно. Игрушка дофига, а толку-то от этого. Куда там игрушка-то? Где я знаю, а ты чё? У меня самые выгодные цены. Понятно. Приходи ещё. Мне это неинтересно. Так, всё. А вот тут интересно, что они будут? Здесь вот. Что-то должно быть. Вот тут она есть. Она штука. Скорее всего, придумают. А лучше что здесь. Что привело тебя сюда? О-о-о. Прикольненькая. Храни тебя, богиня. У меня а ты только лучшие товары. А, пивные напитки. Дейнадрис. Все ясно. Ну что, пойдем сдадим этот квест и все. Может скругляться. Серия так нормально было. Подземку прошли. Еще пару квестов прошли. И здесь еще прошли квестов. Что еще узнал здесь? Так, яйца тебе. Интересненько. Да. Жарковато сегодня. Спасибо тебе. Я тут останусь, когда. Прям здесь. Рядом черепашка. И буду, может, следующий. Или как скакать на черепашке. Ну а всем до свидания, всем пока. Продолжение следует. Будем дальше прокачиваться.